Министерство здравоохранения России опубликовало проект нового порядка диспансеризации, который должен вступить в силу с 2018 года. Претерпит изменения перечень клинических анализов, меньше процедур будут проводить у молодых граждан. Так, электрокардиограмма станет обязательной только для мужчин старше 35 лет и женщин старше 45 лет. Из списка исследований планируется исключить УЗИ органов брюшной полости и малого таза для пациентов в возрасте 39 лет и старше. Измерять внутриглазное давление теперь будут только пожилым пациентам, не с 39 лет, а с 60. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на едином портале раскрытия информации. Общественное обсуждение проекта продлится до 2 февраля.